праймерис – это внутрипартийное голосование, которое проводит партия власти, партия «Единая Россия». 22 мая определится, кто будет единым кандидатом от «Единой России» как кандидат в Государственную Думу. Для всех должно быть очевидно понятным, что кандидат от «Единой России» – это на 90% будущий депутат Государственной Думы. Уважаемые новгородцы, мы с большой ответственностью должны подойти к этому вопросу, потому как депутат, который будет представлять интересы нашей любимой, дорогой новгородчине, будет работать 5 лет в Государственной Думе. Важно прийти, важно проголосовать, важно поддержать того человека, которому вы доверяете, чтобы в сентябре не остаться без выбора. Не позволяйте никому сделать выбор за вас. Это наш город, это наша область, это наша жизнь. Я родился и вырос в Новгородской области. Здесь живут мои родители, здесь растут мои дети. Свое будущее и будущее своих детей я связываю с Новгородской областью. Я буду работать на благо всех жителей Новгородской области, от села до города. Земляки, 22 мая я рассчитываю на вашу поддержку, и победа будет за нами.